О, молоко потерял. Как хорошо-то. Шестеренки. Я уже забыл, как они делаются. Точно. У нас ничего нет. Хорошо. Вот это неспроста. То, что нам так везет с ними. То везет, то не везет. Тут рандом. Опять большая аптека. Орехи. Что это Стоп, такое? это что такое? Первый раз. Да. Там он труп какой-то. Ага. И что тут можно поделать? А вот на столе в чипсах поковыряйся, есть там чего? Не, не ковыряется. Просто показали, все. Да. И кто-то там пробежал. Какой этаж это? Странно. Странно. Да, как-то. Как-то непонятно. А, просто Охранник. ачивка. Стилет потеряли. Вот гата. Вот они раздражают, конечно, вот этими перебегами. А, вот охранник. Да, ну бьем. Вроде как должны осилить. Плюс у нас аптечка есть. Сразу после боя съедим. А, гадость это. Или нет? А, он нас потравил, что ли? Я не знаю. Да, потравил. Потравил, да? Да, потравил. Слушай, надо делать антидот. У нас есть, у нас есть. Е-е-е. Недобиток. А, да. Гад такой. Нефиг убегать. Шестеренки, Шестеренки! которые нам уже не нужны. И которые мы сейчас, наверное, потеряем по закону рандома. Кастет. Кастет. 4-9. СПД Да, нужно. прикольный. Да. А у нас есть навыки? А, нет, нет у нас. Да, попозже будет. Так, а смысл есть сейчас менять пока? А я пока просто добавил его во второй слот. У нас там палка потерялась или что-то такое. И сразу драться. Да. О! Да так больно. Минус 3 всего. Потравил опять. Ладно, потравил это фигня? Нет, не фигня. Я не могу сделать. Обезболивающее нам нужно. А, антибиотики, я их не могу делать. Надо есть аптеку. Аптеку по-любому надо есть, да. И надеяться, что найдем антибиотики. А надолго оно? На сколько ходов? Ну, кстати, вот кофе можешь сделать. Только это уже там, в комнате у нас. А, это только там делается. Да. Сложная еда, видишь, значок верстака. Ага. Ого, тут. Да были уже такие комнаты. Ключ потерял. Батарейка. Антибиотиков не было? Не было. Монетка? Нет. Подожди, или была монетка все-таки? Нет. Вниз, вверх, вниз, А почему вверх-то? Вниз. Мы теперь еще и ХП теряем по единичке. Подожди, а мы же победили их, и уровень... То есть нам за опыта за этих не дают гадов, которые самоубийство делают в нас. Да ладно. Ну, получается так. Мы давно должны были взять уже. Либо дают, но совсем чуть-чуть. Плохо. О, недобиток. Вот только убеди.
А долго отравление-то будет? Или пока не вылечим? Пока не вылечим. СПД нам нужно, да? Скорость, да. 10! Не хватит, да? Вообще никак не хватит. А что скорость дает у нас? Шанс дополнительного хода. И плюс к урону от быстрого оружия. Понятно. Нам трубу тогда надо качать, наверное, дальше. Он все равно не ведет на остальное оружие. Больно же. А. Ай, вот. Ну что такое-то, ну? Может вообще с ними не связываться тогда? Обезболивающее. Основные дали такие опыт, противные. Нет? Вот сейчас. Ой. Нет? Не дали опыт, да. Нормально. Трубу забрали. Ну, у нас еще одна есть. Хоть это радует. Генератор. Ну, в теории это у нас... Шестеренки батарейка есть. Была, кстати. Проводов провод нужен. Нет. Провод да. Мы можем, по-моему, сделать. Металл есть? Ну, в принципе, да, сможем сделать. Только вопрос, может, мы больше потеряем, пока дойдем до нужного лифта, поднимемся, сделаем. Да. Малой крови обошлось. Как же фигово-то, а? Где обезболивающее? Ой, обезболивающее. Антибиотики. Почему их нет, когда надо? Может, съесть что-нибудь? Хотя... Ладно, пока. Металлолом, клей. Да. Что вот сейчас потеряется? Пьем. Хе-хе-хе. Шикарно. И убежал еще. О! Что тут у нас? Ничего нет. А, еще и по спине почесал. Вот, давай, ешь большую аптеку. И что, убей его? Нет, и что-нибудь съешь еще из еды. Давай поднимемся на лифте и изготовим себе еды. Где тут лифт-то еще? Ну, сейчас найдем. Дочка. Папа, ты где? Я жду тебя на 56 этаже. Уже 3 часа. Я устала, я голодна, я боюсь. Знаем мы этих дочек. Она там уже не дочка. Супер. Ничего нет? Как-то совсем пусто. И здесь, наверное, кто-то есть, конечно. Взяли все двери, погнули. Угу. Пила. Пила. СПД и стр. Угу. Чуть-чуть СПД не хватает нам. И она бы была, наверное, получше даже. Возможно, да. 6,9, 1,8. Ну да, получше. Покушать нам нужно. А, да. Ну, да. Что, ниже еще спускаемся? Смотрим. Дверь, да? Видимо, да. Еще записка. Сейчас посмотрим. О, фотка еще. Газетная вырезка номер 2. А, это было, читали. Не буду я зачитывать еще да. раз. Еще одна. Я потерял. Нет, это я потерял. Понятно. Да, посмотрим. Страница газеты номер 1.
октября 2015 года. Тигран провел успешное ядерное испытание на полигоне в Аравийской пустыне. Мировое сообщество разделяет опасения правительства Салахии, которое за последние 40 лет неоднократно подвергалось как политическим, так и военным нападкам со стороны тигранских радикальных исламистов. Конечно, они заявляют, что Тигран – светская страна, но сомневаюсь, что кто-то из читателей моей колонки им поверит. А теперь, когда эти фанатики получили в свои руки оружие судного дня, что помешает им применить его? Единственной надеждой на спасение тысяч человеческих жизней являются мирные переговоры, которые пройдут под эгидой ООН на следующей неделе Газета номер 4, страница. Россия официально направила ноту протеста так называемой Восточной Конфедерации государству, образованному путем аннексии Китаем Сибири под видом помощи пострадавшим от эпидемии новой чумы. Российский президент заявил, что расценивает этот шаг как акт агрессии против своей страны и не намерен устанавливать дипломатические связи с конфедерацией. Столь решительный шаг многие аналитики рассматривают как чистой воды популизм. Европейская часть России серьезно пострадала от эпидемии, и говорить о восстановлении их политического и военного влияния в мире – бла-бла-бла-бла-бла. У нас, кстати, здесь может быть лифт. Будет, возможно. Тигран. Ой. Давай посмотрим, что у нас там. Проволока всего лишь. У нас есть проволока? А с собой у нас проволока. К лифту нет. Как подняться? Никак. Ну вот. Я голоден. Фу, голоден, ничего переживешь. Минус 6 сразу. ХП минус 6 отнялось? Да. Ого. Так, мы, наверное, давай сделаем хлеб. У нас есть сыр, мы на него намажем сыр. Да. А это что? Гоголь-моголь. И вода не нужна. Давай. А, либо рис сварить, например. Кстати, голод 18. Яйцо сварить тоже вода, главное, нужна. Ну, коктейль. Голод 18, в принципе. Алкоголь. Алкоголь это, ну, можно сделать. А в чашке что там? Хлеб вот. У нас 15. Ниже. Где? Ниже, ниже. Вот это. А, рис. Понятно, да-да-да. Рыбу можно сварить, опять же, она хорошо так пожарить. Восстанавливает. Ну, пожарить, да. Воды не нужно. Но есть смысл, наверное, рыбу пожарить. Хлеб с сыром сколько у нас восстанавливает? 32. Хлеб с печь. А, воды нет. Вода есть как раз. Есть? У нас выбор либо рис, либо яйцо, либо хлеб. Либо вообще кофе. А можно сделать хлеб с сыром и рыбу. Да. Наверное, так сейчас и сделаем. Все-таки не хватает здесь какой-то более удобной сортировки, на мой взгляд. Чтобы тыкнул по предмету и посмотрел рецепты. Или чтобы все рецепты, которые ты можешь сделать, вверху отображались просто и все. Чтобы не мотать. Все равно эта информация, по сути, достаточно бесполезна. О, голод, голод, голод. И рыба. Рыба точно. Один фиг, либо она сырая пропадет, либо... А, ты сразу скушал. Ну ладно. Ну да. У нас есть еще рыба. Ее тоже можно, знаете, пожарить и с собой взять. То есть она все, в любом случае может и так пропасть, и так пропасть. Да. А у нас воды-то больше, чем нужно даже. Три было изначально, да, получается? Да. Но я не буду пока ничего больше делать.
Потому что смысл терять. Да-да-да. Нет, готовую. Я про то, что рыба-то, она... На нее больше ничего не тратится, она просто сама по себе жарится и все. Да. Нам бы вот что-то вот лекарственное. Полечиться бы, да. А я могу только бинты сделать. Но у нас тряпки много. Алкоголя, в принципе, можно, наверное, один алкоголь потратить и полечиться все-таки хотя бы так. 10 хп. Я думаю, пойдем, пока ты это можешь сделать по пути. Мы можем сделать малую аптечку. Нет, не можем. Можем. Можем, можем. Как раз впритык. Два алкоголя, это как раз на малую аптеку. Стоп, я даже среднюю могу сделать. А что еще? А, у нас вон что есть. Обезболивающее. Да. Подожди. А, нам антибиотики нужны для яда. Да, антибиотики. А антидот из чего делается? Антидот делается из крови и ага, все, да. Короче, вот так. Как-то вообще не везет. То этих антибиотиков, наоборот, очень много, а делать с ним нечего. Да зараза. Гад, рис забрали. Фига себе, 20 здоровья вот. Снес. Вообще, гаденыш. Вот этот мне не нравится. Сейчас опять да будет истекать у нас. Ну да. Не было же раньше такого, что они постоянно... Ну да, постоянно что постоянно так... травят. Антибиотик. Ну и на том спасибо. Сейчас это полечимся. Фу. И надо, получается, полечиться бинты хотя бы, что ли. Ну давай вторую комнату проверим. Ну да. Клей, сыр. О, алкоголь. Делай нормальную аптеку. Хотя бы малую. Ага. Все, не бинты. Поспать можно. Было бы. Я думаю, уже совсем когда припрет, будем спать. Так-то у нас еды, конечно, много. Замечательно. Ага. Все, дороги назад теперь нет. Выспались. Не, ну мы же можем, наверное, подняться до VIP-комнаты. О, нашли. Фу. Обратно. Консервы. Консервы. Какая комната богатая. 25. Мы можем улучшить что-то? Гвозди нужны. Гвозди можно сделать. А дверь? Можем. То есть нам есть смысл, наверное, смотаться будет при случае. А, и сделать вкладывать баррикады. В комнату? Да. До тяжелых времен, да? Да, да, да. Е. Антибиотики и кровь мутанта. Круто. Проволока. Вот, кстати, лифт. Угу. И потеряли сразу. Ну что такое-то? О, малая аптека. Ну это вот хоть радует. Можно сразу лопать. Да. А мы можем из нее? А, нет. Не можем. Ну и все, значит сразу. И рыбу можно слопать. Да. Вот так. И давай скатаемся наверх. Надо было сначала прокатиться, а потом уже рыбу есть. Ну ладно. А зачем спать-то нам? Не спать, это дверь починить. Mm. А то мало ли потеряем сейчас гвоздейте. Все. Можем. Там только одни гвозди нужны? Да. Еще можем гвозди сделать и
нас будут новые рецепты производства. Верстак. Это оружие мы сможем делать. Да-да-да. Надо ли оно нам? В смысле не надо? Мы все равно все теряем постоянно. Ну, да. Но с другой стороны, вдруг там что-то простое совсем будет. Да. Там, я не знаю, какая-нибудь фигня с какой-нибудь фигней сматывается за лентой. Металлолом теперь не хватает точно. Там же надо было два металлолома на гвозди идет. А теперь у нас опять гвозди остались. Да. Ну ладно. А то у нас на максимум, да, прокачано? Да, все на максимум остальное. Остался верстак, значит. Да. Нужен металлолом. Сейчас будут лифты долго сломанно идти. Плохо. Деловое письмо. Не задерживайся здесь особо, Чен. Я понимаю, бизнес есть бизнес, и от этой сделки многое зависит. Но сам понимаю, сейчас все на нервах. Наступишь кому на ногу, или даже бросишь неосторожный взгляд, и попробуй объяснить, что ты австралиец, а не конфедерат, а твои глазки достались тебе от бабушки. Вот так. Зачем это надо? Но ключ я потратил, а потерял я там что? Нож я потерял. Нож потерял, да. Я спряталась на 49 этаже. Быстрее, папа, пожалуйста. Этого мы замочим. У нас еды много, поэтому, наверное... Ну как много? Есть у нас еда, короче. Есть смысл спать, ходить. Да. Супер. Консервы. Ага. Шестеренки. Отлично, у нас есть шестеренки. Денежка. Монетка. Вот сейчас вот этого забьем и пойдем спать. Потому что аптечку у нас забьем, конечно. Тухлый лук. Клей. Кока-колу потерял. Ну, давай поспим. Поспим на... 2 часа, наверное, поспим. Ну, давай. Стоило мне улечься, как на крыше запела какая-то птица. Грустная, но между тем умиротворяющая мелодия расслабила меня. Сегодня я спал лучше обычного, отбросив все свои беспокойства. Ну, слава богу. Хорошо, да. Теперь можно что-то стрескать. Кофе? Что можно стрескать? Кофе свари. Кофе... О, рыба жареная. Рыбу можно пожарить. Кофе у нас 12. Вода нужна. А яйцо 22. Наверное, лучше яйцо и рыбу. Хотя не суть важно сильно. Можно яйцо и рыбу. Больше даст. Ага. И туда нужна была вода, поэтому лучше яйцо. Так вот, да. Все. 100-100. Так хочется F5 тыкнуть. Как в халфе привык уже. О! Давай мы его обойдем. Не хочу с ним драться. О, ну вот этому мы отомстим. А, недобиток. Ага. Да посмотри, 0-1 осталось. Везучка. Угу. Сейчас еще по спине даст, да? Да, я не буду, я не хочу травиться. Не буду его бить. Рыба, кусок дерева. Вот это уже не обойти. По щупальцам может его лупить. Не знаю. Промах. О! Ну, замечательно. И опять опыта не дали. Каждый раз так. Почему?
Лечись. У тебя есть. Было, по крайней мере. Да. Самое обидное, что опыт не дают. А, хотел сказать, загляни в комнату сначала, а то вдруг там тоже это травит. А, я бы с ним не дрался тогда. Ну или ниже там этажом. Да не, будем обходить их просто по возможности. А если на площадке будут стоять? Ну если на площадке, да, страдать остается. Нам опять надо идти спать. Да. Бежим. 55. Да, бежим. Сыр забрали. Идем спать? Да. Здоровья как-то совсем мало. Смысла рисковать, наверное, нет. Ага. Так, что-то плохое. Я проснулся в темноте от странного шороха. Рука сама потянулась к оружию, и я схватил первое, что подвернулось под руку. И тут же неведомая сила сорвала меня с кровати и потащила в темноту. Сотни маленьких черных лапок вцепились в меня, раздирая на части. Я начал судорожно молотить своим оружием эту тварь. А она все тащила и тащила меня. И тут я проснулся. В своем номере посреди комнаты дрожащий, продолжающий стучать предметом, зажатым у меня в руке, по полу. Я счастлив, что это был всего лишь кошмар. Но вот оружию в моей руке не повезло. В ужасе, колотя по полу, я необратимо... Ты сломал его. Труба у тебя там была? Пила. Фу, бензопила. Пила. Нет, ну а что фу, она же прикольная была. А, да у нас их две. Вон сколько. Еще. Фу, ну хотя бы выспался. Хотя бы выспался, да. Хотя странно, что выспался. Ну да, давай кушать. Ну, теперь можно кофе. Рыба. Ну вот, как раз. Коктейль там, смотри. А коктейль из алкоголя с... Ясно, чем-то. Не подходит. У нас консервы вон еще и лежат. Хорошие, наверное. Да, кстати, они хорошие. Вот, все, пойдем. Ой, куда-то мы не туда? Туда-туда. Туда-туда, да. Шикарно. Я его не обойду никак, там щиток внизу сломанный. Придется мочить. Пытаться. Надо же. Долго ты его так будешь? Ой! Да, а он меня недолго. И опять спать придется идти. Если выживем. Если выживем, ага. С оружием вообще не везет. Не знаю прям. Да хоть бы раз промазал. Гад. Оружие крафтить надо. Наверное. А, зараза. Кто кого, да? Слушай, мы сейчас так можем это... Можем. Кинуть копыта. Шикарно. Теперь мы точно откинем копыта, потому что он промазал. 0,5! Просто не знаю, как мы выжили. Что у нас есть вообще? Ничего у нас нет. Бежали спать. А вот что потом кушать? У нас еды там толком нормальной нет. Фу. Гнилой банан. Да. Давай как-нибудь вот так, наверное, пока. Ну, хотя еды много. Давай так поспим 5 часов. Если, конечно, сейчас выспимся. Перед сном я решил перетряхнуть рюкзак от скопившейся пыли и крошек. Каково же было мое удивление, когда, собрав все объедки в кучу, я понял, что тут вполне хватит на приличный ужин. Не очень вкусно, но весьма сытно вышло. Фу. Это как вытряхнул клавиатуру, поел. Надо покушать. Да, не сильно важно. Ну ладно, в принципе, есть еще. Хотя можно кофе выпить.
Нечего тут, короче, искать, я смотрю. Консервы. Консервы можно съесть. И все, да. И пошли.